Всем привет! Меня зовут Марина и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые слитки, носочки, можно их еще назвать. Смотрятся они очень-очень интересно, красиво вяжутся очень легко и каждый из нас я уверена справится с вязанием таких следочков данные следки в мастер-классе я буду вязать на размер ноги 37 38 но сейчас перед тем как приступать к вязанию мы обязательно разберемся с принципом вязания и какую деталь сколько нужно провязать так, чтобы вы данные слитки могли связать абсолютно на любой размер ноги. Данные слитки в мастер-классе мы с вами будем вязать вот из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет на 100 грамм метраж 240 метров. И по составу 51% акрила и 49% шерсти. Для вязания таких слитков нужно взять минимум два цвета пряжи, то есть можно взять какой-то основной цвет и какой-то контрастный цвет вот для вязания данных слитков Я в мастер-классе использовала три цвета, мне показалось это более смотрится ярко и более интересно. Подошва у данных слитков идет цельно вязанная, то есть здесь нет шва на подошве. В конце мы сошьем только вот эту заднюю часть нашего следка. Вязать данные следки я буду на круговых спицах длиной от кончика до кончика 60 сантиметров. Сейчас следок я переодела на более длинные спицы для того, чтобы показать вам эту деталь. А так данные следки я вяжу вот на спицах длиной 60 сантиметров. Также нам понадобятся чулочные две спицы, так как отдельно на двух чулочных спицах я буду вывязывать мысок. Диаметр спиц я рекомендую взять три с половиной миллиметра. Также, конечно же, нам понадобится иголка для того, чтобы сшить заднюю часть нашего слитка, крючок и ножницы для того, чтобы закрепить и спрятать наши кончики. Для того, чтобы связать нам слитки, нам нужно будет сейчас вместе с вами связать вот такую вот заготовку. Обязательно в процессе вязания я вам все рассказываю и показываю. Узор этот вяжется очень легко, очень быстро запоминается, поэтому здесь, я думаю, не должно возникнуть никаких сложностей. Значит, по поводу резинки. Когда я высчитывала, сколько необходимо мне набрать петель для резинки, я учитывала еще тот момент, чтобы после резинки мой узор лег вот именно таким образом. То есть здесь это была вот именно моя центральная часть. И чтобы она шла именно по центру. И здесь у нас шли вот эти боковые части и естественно два края вот моего слитка должны быть одинаковые и рисунок должен быть симметричный резинка получается достаточно эластичная поэтому смело для любого размера взрослых слитков можете набирать именно это количество петель, что я показываю и в мастер-классе. К примеру, если у вас нога худенькая или вы хотите, чтобы данная резинка прям очень плотно сидела по ноге, то просто можно отрегулировать это размером спиц. В мастер-классе резинку я вяжу также спицами 3,5 мм, поэтому можно данную резинку связать спицами на пол размера меньше. За счет этого она будет более плотно сидеть по ноге. Поэтому количество петель для резинки здесь будем считать это постоянной величиной для любого размера взрослых следков. Дальше мы приступим к вывязыванию вот этого нашего подъема, который и будет являться высотой наших следков. Высоту этих наших следков можно отрегулировать самостоятельно. Если вы хотите, чтобы данные слитки были более короткие, то, во-первых, резинку можно связать чуть короче, это раз. И, во-вторых, можно этот узор связать, там, к примеру, на несколько рядов меньше. То есть этот размер вы можете регулировать самостоятельно, исходя из того результата, который вы хотите получить. После того, как мы вывяжем вот этот наш подъем мы приступим к вывязыванию нашего мыска за счет этого мыска мы можем отрегулировать размер наших следков то есть данный мысок можно связать больше или меньше нежели я показываю в мастер-классе по количеству рядов за счет этого вы следки получите большего или меньшего размера. В мастер-классе я это все рассказываю и показываю. Поэтому, если, к примеру, вам нужны взрослые следки, вот эту заготовку, включая вот наш мысок, смело можно вязать все по мастер-классу. И здесь вот в последних рядах, когда мы немножко наш мысок будем закруглять, именно на этом этапе вот как раз таки данный мысок можно вот отрегулировать или на несколько рядов его провязать больше, или на несколько рядов провязать его меньше, если данные слитки вам нужны на какой-то другой размер ноги. Поэтому именно этим мыском, точнее длиной этого мыска мы и регулируем размер наших следков дальше мы приступим к вывязыванию вот этого подъема наш подъем здесь в мастер-классе я вывязываю из пяти платочных дорожек это также будет являться постоянной величиной для средней плотности ноги если вы хотите чтобы данные следки более свободно сидели на ноге то есть не сильно облегали ногу, то можно связать вот этот вот подъем на одну, допустим, платочную дорожку больше. То есть получается не 5 платочных дорожек, а 6 платочных дорожек. Меньше вязать точно не стоит. После того, как мы с вами вывяжем этот подъем, мы приступим к вывязыванию нашей подошвы. Поэтому, друзья, надеюсь, данные следки вам понравились, и вы с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы. И приступаем к вязанию. На круговые спицы длиной 60 сантиметров и диаметр спицы вот три с половиной миллиметра обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста я набираю 47 петель. Петли я набрала и сейчас приступаем к вязанию резинки один на один. То есть первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я провязываю одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную. Таким образом, сейчас довязываем этот ряд до конца, чередуя вот одну лицевую и одну изнаночную петлю. Последнюю петлю в конце каждого ряда я буду провязывать изнаночной петлей и вязание я переворачиваю сейчас буду приступать к вязанию второго ряда и смотрите вот это наша сторона где мы сейчас будем провязывать второй ряд будет являться лицевой нашей стороной дальше во втором лицевом нашем ряду первую кромочную петлю я также снимаю и дальше все остальные петли я буду провязывать по рисунку то есть изнаночные я провязываю изнаночными, лицевые я провязываю лицевыми. Дальше мы опять то есть продолжаем вязать резинку 1 на 1. Одна лицевая и одна изнаночная петля. Таким образом мы должны провязать резинку 15 рядов или чтобы ее высота была примерно около 6 сантиметров. Итак, вот я провязала резинку 15 рядов. Давайте сразу измерим ее высоту. И высота у нас получается, ну вот даже почти 6 сантиметров высота резинки. И сейчас мы будем приступать к вывязыванию вот этого нашего основного узора. Для вязания узора... Ну, рекомендовано взять как минимум один контрастный цвет но ну, в моем случае вот здесь я использую два контрастных цвета это белый и желтый поэтому первый цвет я беру белый после того как мы с вами закончили вязать резинку я беру ниточку белого цвета Нитку нашего основного цвета я не обрываю, просто с краю прикладываю ниточку белого цвета и приступаю к вязанию первого основного ряда. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И дальше все петли до конца этого ряда я буду провязывать лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все остальные петли я провязываю изнаночными. Это мы с вами вяжем второй ряд нашего узора. Ниточкой белого цвета с лицевой стороны мы все петли провязали лицевыми, а с изнаночной стороны мы сейчас провязываем все петли изнаночными. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Вязание я перевернула на лицевую сторону, и сейчас сбоку я поднимаю ниточку нашего вот основного цвета. Это тот цвет, которым мы вязали нашу резинку. И сейчас самое главное, внимательно провязать вот именно этот ряд, так как здесь мы сейчас будем распределять наш узор. И чтобы дальше вот было вязать легко и все у нас получалось правильно, самое главное, правильно сейчас в этом ряду распределить наши петли. Поэтому вяжем внимательно. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И дальше мы вяжем две петли лицевых. Это петли нашей симметрии. Дальше идет наш основной узор. Белую петлю я просто переснимаю, не провязывая рабочие нить за работой. Следующую петлю я провязываю лицевой. Дальше опять белую петлю снимаю, не провязывая нить за работой. Следующую петлю я опять провязываю лицевой опять белую петлю я снимаю нить за работой рабочие и дальше я провязываю 4 петли лицевых 1 2 3 4 это мы с вами провязали раппорт узора то есть без вот этих вот первых трех петель так как это у нас идет кромочная а эти две петли это петли симметрии то есть вот Рапорт нашего узора состоит из 9 петель. То есть у нас идет вот 3 петли белых, которые мы просто переснимали. И дальше вот провязали, провязали. И здесь 4 петли мы тоже провязали. Дальше рапорт нашего узора повторяется. Петлю сняли, следующую петлю провязали. Это одна снятая петля. Петлю сняли следующую петлю провязали вторая снятая петля петлю сняли это вот третья снятая петля и после трех снятых петель мы 4 петли провязываем лицевыми 2 3 4 это мы с вами провязали второй раппорт нашего узора давайте еще один раз вместе провяжем дальше закончите самостоятельно значит петлю снимаем петлю провязываем петлю снимаем петлю провязываем петлю снимаем смотрим 3 петли снята и после трех вот этих вот белых петель снятых 4 лицевых 1 2 3 4 довязываем таким образом вот этот ряд до конца. В конце смотрите, что у нас получается. Вот три петли я сняла, то есть сняла, провязала, сняла, провязала, сняла. И вот у нас в конце должно остаться три петли. Значит, вот я провязываю одна лицевая, вторая лицевая и последняя кромочная петля. Я ее провязываю изнаночной петлей и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше во втором нашем ряду. Вот петли нашего основного цвета, пусть это будет розовый цвет, то есть розовые петли эти мы провязываем изнаночными в изнаночном нашем ряду. А белые петли мы также не провязываем, мы их также просто переснимаем, но в изнаночном ряду рабочая нить остается перед работой, то есть на изнаночной стороне. То есть изнаночными мы провязываем петли вот нашего основного цвета, а белые петли мы не провязываем. Мы их также просто снимаем. То есть вот у нас получается петлю сняли, петлю изнаночной провязали, белую петлю сняли, розовую изнаночной провязали. Сняли и дальше 4 петли изнаночных. Таким образом, сейчас заканчиваем вязать изнаночный ряд вот этот наш до конца. Вот мы с вами закончили вязать 4 ряда нашего основного узора. Далее вязание наше будет повторяться. Поэтому, если, к примеру, вы решили вязать данные слитки двухцветные, то есть один основной цвет, и вот, к примеру, белый ⁇ это вспомогательный цвет, то дальше здесь сбоку мы будем поднимать ниточку белого цвета и продолжать вот сейчас вязать ниточкой белого цвета. Я буду вязать мои следки вот из трех цветов. То есть сейчас я должна взять ниточку желтого цвета. Вот я к краю здесь прикладываю ниточку желтого цвета и сейчас приступаю к вязанию вот следующего нашего ряда ниточкой желтого цвета. Раппорт нашего узора вот в высоту будет состоять из четырех рядов. Поэтому дальше вязание мы будем повторять. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. Дальше я Провяжу ниточкой желтого цвета все петли лицевыми. То есть и белые, и вот эти розовые петли, я все их буду провязывать сейчас лицевыми. Это то, как мы начали вязать вот как раз-таки первый ряд после нашей резинки. То есть в лицевом ряду все петли мы провязываем лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда нашу кромочную мы провяжем изнаночной петлей лицевой ряд вот здесь я провязала все петли лицевые и вязание я перевернула на изнаночную сторону с изнаночной стороны ниточкой желтого цвета вот в моем случае первую кромочную петлю я снимаю и дальше все петли я провязываю изнаночными После того, как мы провязали два ряда ниткой контрастного цвета, без разницы, это будет один, два или три разных оттенка. То есть вот два ряда лицевой и изнаночной я провязала ниточкой желтого цвета. Дальше опять мы сбоку здесь поднимаем нитку нашего основного цвета. И как я сказала, самое главное нам было... Вот в этом ряду, когда мы вязали после белого вот, ниткой нашего основного цвета, распределить внимательно петли, так как здесь мы уже видим, где будут идти наши вот эти вытянутые петли. Поэтому здесь дальше мы просто вяжем внимательно. То есть вот сбоку я поднимаю нитку нашего основного цвета и сейчас приступаю к вязанию вот лицевого нашего ряда первую кромочную петлю я провязываю лицевой и дальше опять наше вязание повторяется так как мы вязали третий и четвертый наш ряд после кромочной 2 петли лицевых это петли нашей симметрии дальше петлю снимаем желтую нить за работой Следующую провязываем. Вот она у нас идет уже снятая петля и отлично видна. Поэтому и здесь мы ее тоже петлю снимаем. Петлю провязываем лицевой. Петлю вот снимаем. И дальше идет 4 петли лицевых. 2, 3, 4. Вот мы с вами провязали. Вот раппорт нашего узора. Дальше вязание в наше повторяется одну петлю вот она у нас хорошо видна снимаем одну петлю провязываем лицевой сняли провязали сняли и четыре петли провязали лицевыми По этой же схеме довязываем вот этот наш ряд до конца. Вот я закончила вязать лицевой ряд и за ней я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю. Дальше розовые петли в изнаночном ряду я провязываю изнаночными. То есть у нас получается кромочная, две изнаночных желтые петли мы просто переснимаем не провязывая рабочая нить перед работой то есть на изнаночной стороне она у нас и остается одна изнаночная одну петлю сняли одна изнаночная одну петлю желтую мы снимаем и дальше 4 петли изнаночных Заканчиваем таким образом вязать изнаночный ряд наш до конца. Изнаночный ряд я закончила вязать, и вот вязание я держу лицевой стороной вверх. И с лицевой стороны у нас уже получилось две полоски, одна белая и одна желтая. После того, как мы с вами провязали ряд вот основным нашим цветом лицевой и изнаночный, мы снова сбоку вот здесь... Поднимаем ниточку вот в моем случае белого цвета. То есть если посмотреть на наш следок, у нас будет идти чередование этих полосок. Белая, желтая, белая, желтая и так далее. То есть смотрите, вот этот наш подъем, после резинки мы еще должны провязать один раз вот ниточкой белого цвета, вот полноценно провязать 4 ряда. То есть два ряда белых, два ряда розовых. И один раз вот ниточкой желтого цвета. Также 4 ряда. То есть еще такой же участок, как мы с вами провязали только что. То есть сейчас вот сбоку я поднимаю ниточку белого цвета. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. И дальше все петли я провязываю лицевыми ниткой белого цвета. С изнаночной стороны ниткой белого цвета я провяжу все, все петли изнаночными. После чего подниму сбоку нитку розового цвета. И вот по этой же схеме... Как мы сейчас с вами разбирались, то есть где у нас идут вытянутые вот эти вот петли, мы их будем просто снимать. Все остальные петельки мы будем провязывать лицевыми. То есть сейчас самостоятельно еще вот мы должны провязать 8 рядов. 4 ряда с участием, скажем так, белого цвета и 4 ряда с участием желтого цвета по вот этой же схеме, что мы только что с вами провязали. Итак, вот я вывезла вот этот наш подъем у нашего слитка. То есть у меня провязано 2 белых полосы и 2 желтых полосы. Закончила я вязание вот ниточкой нашего основного цвета. То есть вот я провязала лицевой ряд и изнаночный ряд. Желтые петли здесь, видите, я переснимала так как все у нас по рисунку идет так я и провязывала и теперь давайте измерим высоту вот этой нашей заготовки и высота у нас равна ну вот где-то 10 10 с половиной сантиметров высота вот этой нашей детали теперь мы будем приступать к вывязыванию нашего мыска когда мы распределяли наши петли здесь я специально подсчитывала так чтобы видите сейчас, когда мы начнем вывязывать наш мысок, мы вот здесь, вот как раз таки это и есть наш центр, продолжим вывязывать вот эти, вот здесь, если посмотреть, вот эти наши полосы. Поэтому смотрите, сейчас, как я сказала, мы будем приступать к вывязыванию нашего мыска. Здесь нитку нашего основного цвета я обрезала, так как она нам понадобится не скоро. Вот именно вот в этом моменте, когда мы будем вывязывать вот этот наш подъем платочной вязкой. Нитку желтого и белого цвета я оставлю. Но смотрите, если вам не очень удобно вязать, так как сейчас мы будем доставать еще ниточки из середины моточка можете вообще здесь все ниточки эти обрезать просто в конце там на несколько буквально кончиков придется вам спрятать больше поэтому на ваше усмотрение я как сказала нитку желтую и белую оставляю вы можете их сразу здесь обрезать ничего страшного в этом нет наш мысок я буду вывязывать из 13 центральных петель Значит, смотрите, на резинку здесь мы набирали 47 петель. Теперь получается 47 петель, которые мы набирали на нашу резинку. Мы отнимаем 13. Это то количество петель, из которого мы будем вывязывать наш мысок. И дальше полученное число мы делим пополам. И это у нас получается каждая из этих боковых частей у нас будет состоять из 17 петель. То есть 17 петель одна боковая часть, 13 петель вот наш мысок и 17 петель наша вторая боковая часть. Поэтому здесь в начале нашего вязания, если вы также вяжете на круговых спицах, как и я, я просто должна переснять 17 петель, не провязывая. Если вы вяжете, к примеру, на чулочных спицах, то вы также переснимаете на чулочную спицу 17 петель от нашей первой боковой части. Вот я пересняла 17 петель. Это петли нашей боковой части. И вот здесь спицу я вытаскиваю чуть вот подлиннее и откладываю ее в сторонку. Вывязывать наш вот этот мысок я буду на двух чулочных спицах вот того же диаметра, что я и вяжу основное наше полотно. То есть вот номер 3,5 миллиметра. Поэтому вот здесь мы дальше будем продолжать вязать наш рисунок. Смотрите, желтую полоску мы провязали и после желтой провязали два ряда нашего основного цвета. То есть сейчас я беру ниточку белого цвета. То есть вот я взяла белую ниточку, край тоже вот просто прикладываю и сейчас я буду вязать 13 центральных петель. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета и дальше вот это первая наша петля все петли я провязываю лицевыми вторая И вот идет наша тринадцатая петля. Вот 12 я провязала, и вот 13 петля. 13 петлю здесь я провяжу изнаночной, так как эта петля у нас будет сейчас являться кромочной. Дальше вот круговые спицы я откладываю вот чтобы они у нас не мешались и вязать я сейчас буду вот наш масок на двух как я сказала чулочных спицах вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и беру вторую чулочную спицу первую кромочную петлю я снимаю и дальше все петли провязываю изнаночными вот я провязала два ряда ниточкой белого цвета. Белую вот ниточку я откладываю и беру снова нитку нашего основного цвета. Здесь я тоже край просто вот так прикладываю, пальчиком придерживаю и провязываем вот наш лицевой ряд ниткой основного цвета. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. И дальше наш мысок мы вяжем, смотрите, после кромочной. Одна лицевая, вторая лицевая, третья лицевая. Ну, здесь уже четко видны те петли, которые мы должны просто переснять. То есть кромочная три лицевых петлю сняли. Лицевая петлю сняли. Лицевая петлю сняли. И дальше вот раз два. Три опять лицевых и последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную я снимаю и дальше вяжу. Вот одна изнаночная, вторая изнаночная, третья белую петлю я просто переснимаю, не провязывая рабочая нить перед работой. Одна изнаночная, петлю сняли. 1 изнаночная петлю сняли и в конце ряда 1 2 3 4 петли изнаночных и вязание я переворачиваю на лицевую сторону и беру ниточку желтого цвета дальше с лицевой стороны я прикладываю вот ниточку желтого цвета первую кромочную петлю я провязываю лицевой и дальше все эти 13 центральных петель мы провязываем вот ниточкой желтого цвета все петли мы провязываем лицевыми только последнюю кромочную петлю в конце ряда мы провяжем изнаночной петлей дальше вязание мы перевернем на изнаночную сторону и все петли с изнаночной стороны мы сейчас провяжем изнаночными. Дальше сбоку я поднимаю ниточку вот опять нашего основного цвета и приступаем опять к вязанию ниткой нашего основного цвета. То есть сейчас в лицевом ряду первую кромочную мы провяжем лицевой, после чего еще три петли провяжем лицевой и дальше вот эту петлю снимаем, эту провязываем, снимаем, провязываем, снимаем и вот этих три петли мы провязываем лицевыми и последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей. То есть все продолжаем делать по той же схеме, что мы и вязали вот верхнюю часть вот нашего основного узора. То есть смотрите, сейчас по этой же схеме мы продолжаем вязать наш мысок. То есть мы будем чередовать наши полосы. Белая, основной цвет, желтая, основной цвет. Дальше опять белая, основной цвет, желтая, основной цвет полосу белую и желтую мы всегда будем провязывать одинаково. В лицевом ряду мы все петли провязываем лицевыми, в изнаночном ряду мы все петли провязываем изнаночными. Когда мы будем приступать к вывязыванию полоски нашего основного цвета, здесь тоже в лицевом ряду вот все петли мы вяжем лицевыми, а вот эти петельки наши центральные, вот вот эти вытянутые, мы их будем просто переснимать и в лицевом. И в изнаночном ряду. Таким образом, мы сейчас с вами самостоятельно должны провязать. Давайте сейчас с вами посчитаем, сколько полосок мы с вами провяжем самостоятельно. Давайте будем считать сверху. Давайте начнем с белой. То есть у нас всего должно быть провязано от нашей резинки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, но мы провяжем 7, так как здесь в конце, когда у нас останется провязать буквально несколько рядов, мы с вами будем немножечко закруглять наш мысок. Поэтому сейчас должно у вас быть 7 полосок белых и желтых. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 желтых после того как мы провяжем вот эту желтую полоску мы не переходим на наш основной цвет, так как здесь после вот этой желтой полосы, когда мы будем переходить на наш основной цвет, мы здесь запустим несколько петель. Поэтому сейчас вяжем вот этот участок до нашей желтой полосы включительно. То есть у нас должно быть 7 белых и 7 желтых полосок. Это мы с вами вяжем наш масок, который состоит из 13 петель. Итак, вот я провязала необходимое количество вот этих наших полосок. Как я сказала, у меня сейчас провязано вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 белых полосок и 1, 2, 3, 4, 5. 6-7 желтых полосок. Это у меня будет идти последняя полоса желтого цвета. И поэтому здесь вот ниточку желтого цвета от моточка я уже обрезала. Сейчас беру после того, как я провязала два ряда ниткой желтого цвета, ниточку нашего основного цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой. И дальше вот получается после кромочной первую и вторую петлю я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей это мы сделали одну нашу убавку дальше я вижу одну петлю лицевую следующую петлю снимаю одну лицевую петлю снимаю лицевую петлю снимаю одну лицевую и дальше следующих две петли вот у нас с края осталось три петли вот первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны первую кромочную снимаю дальше вот эти розовые наши петли я провязываю изнаночными а желтые петли я также просто переснимаю не провязывая Дальше сбоку я поднимаю ниточку белого цвета, первую кромочную петлю провязываю лицевой, и дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. С изнаночной стороны ниточкой белого цвета я все петли провяжу изнаночными. Вот я провязала два ряда ниточкой белого цвета, и это будет моя последняя полоса белого цвета поэтому белую ниточку от моточка я также обрезала. Поднимаю нитку нашего основного цвета. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой. И дальше вторую и третью петлю я сейчас провязываю 2 вместе лицевой петлей. Следующую петлю снимаю. Одна лицевая петлю снимаю, одна лицевая петлю снимаю и дальше опять 2 вместе лицевой вот за заднюю стеночку и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую петлю я снимаю. Дальше розовые петли я провязываю изнаночными. Белые я также просто переснимаю. Провязали, сняли, провязали. все я закончила вывязывать мой мысок теперь нитку нашего основного цвета здесь я также могу уже обрезать теперь если вы также вяжете вот на чулочных спицах видите вот таким вот образом у меня сейчас были расположены эти спицы поэтому вот я беру вязание вот идет мой мысок значит я обратно петли то есть первой нашей боковой части возвращаю, то есть с правой стороны на левую я все петли переснимаю обратно. Мысок я пока пропускаю. петли боковых частей у меня расположены вот на круговых спицах и вот идут петли нашего мыска здесь у нас идет лицевая гладь поэтому пока что она у нас закручивается но сейчас я думаю мы сможем все измерить сколько это у нас получается в сантиметрах наш мысок значит смотрите для начала давайте все-таки измерим общую высоту то есть вот от нашей чулочной спицы вот я все ровно поправляю и до резинки ну вот все-таки где-то 24 с половиной сантиметра общая высота ну вот насколько здесь можно это все ровно измерить 24 24 с половиной и общая высота моего мыска равна ну вот смотрите начали мысок мы вязать вот с этой белой полоски то есть получается где-то ориентировочно 14 сантиметров высота вот этого моего мыска. Отрегулировать размер слитков на больший или меньший размер ноги можно как раз таки вот именно за счет этого мыска. Я сейчас быстро расскажу вам, каким образом рассчитываю я. Если мне слитки нужны на какой-то там, допустим, определенный размер ноги. Здесь тогда я ориентируюсь не на эту высоту, но опять же, если вы вяжете первый раз, то вам на высоту тоже нужно ориентироваться. А я ориентируюсь примерно на количество петель, которые у меня сейчас получится в итоге. Значит, смотрите, у нас здесь идет на боковых наших частях по 17 петель. С учетом наших убавок, вот этот наш мысок сейчас состоит из 9 петель. 17 17 и 9 это те петли которые у нас уже вот находятся на спицах дальше здесь сбоку с одного и со второго края мы должны будем с вами добрать петли теперь как же нам понять сколько петель необходимо нам набрать вот на вот этих боковых частях количество петель которые мы сейчас должны с вами будем вот здесь поднять будет равно количеству вот как раз таки цветных наших полосок все полосы здесь мы считаем начиная от белой то есть вот смотрите одна белая полоса это одна петля одна розовая полоса это вторая петля желтая полоса это третья петля и так далее вот до нашего последнего цвета то есть количество вот этих полосок будет равно количеству петель которые мы сейчас с вами будем поднимать. И вот как раз-таки, когда я сейчас подниму все эти петли, то есть сейчас это все на самом деле легко пересчитать, у меня на спицах будет 87 петель. В мастер-классе данные следки, как я говорила в начале видео, мы будем вязать где-то ориентировочно на размер 37-38. Поэтому здесь смотрите. Примерно, опять же, конечно же, все будет зависеть и от нашей пряжи, и от нашей плотности, но вот исходя из моей плотности, то есть если вот здесь по итогу у меня получается 87 петель, то это примерно вот как раз таки слитки на размер 37 38 то есть так оно и получается то есть если к примеру слитки мне нужны на размер там, допустим от 38 до 40 то мне нужно было бы чтобы у меня здесь было примерно 90 94 петли соответственно вот на несколько бы полос я провязала бы мысок мой больше, выше. И за счет этого получился бы размер слитков больше. Если, к примеру, слитки мне нужны там на размер где-то 35-36, то вот буквально на несколько этих полос я бы провязала меньше. Исходя из этого здесь мне пришлось бы набирать меньше петель. И таким образом мои слитки получаются меньшего размера. Надеюсь, примерно понятно, каким образом сделать слитки на какой-то другой размер ноги. Ну а мы сейчас с вами приступаем к вывязыванию вот этого нашего подъема. И начну вывязывать наш я подъем ниточкой белого цвета. Поэтому здесь с краю, где мы закончили наше вязание, после вот нашей резинки, как я сказала, желтую белую ниточку я не обрывала. Поэтому если, к примеру, вы обрывали, то есть сейчас просто берем ниточку от моточка белого цвета и приступаем к вывязыванию первого ряда нашего подъема. Подъем я буду вывязывать платочной вязкой поэтому первую кромочную петлю я провязываю лицевой так как у нас идет смена цвета и дальше все петли это петли нашей боковой части то есть в моем случае у меня их 17 я провязываю просто лицевыми вот я провязала 17 лицевых петель и теперь я буду приступать к от подъема петель от нашего вот здесь мыска сбоку. Как я сказала, количество петель, которые мы должны с вами добрать, будет равно количеству наших полосок. Начинаем считать мы наши полоски от нашего белого цвета. То есть это от того цвета, где мы начали конкретно вывязывать наш мысок. То есть вот считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. То есть здесь сбоку я сейчас должна поднять 22 петли. Соответственно, со второго края точно так же. Смотрите, здесь я рекомендовала бы начинать набирать петли. То есть их у нас 22. Здесь ничего не меняется, но начинать набирать. Я рекомендую не с этой белой полосы, а вот с этой розовой полосы. И также мы набираем 22 петли. Но заканчиваем вот как раз-таки 22 петлю мы наберем не с этой розовой нашей последней полосы, а с белой. Вот 22 петля будет набрана с белого нашего цвета. И дальше я просто продолжу вязать петли вот эти 9 петель нашего мыска. Набирать эти петли можно с помощью крючка или с помощью спицы. Это как кому удобнее. То есть, как я сказала, начинать набирать я буду вот с этой вот розовой полосы. 22 петли я сейчас должна набрать. То есть, вот в розовую петельку, в кромочную я вставляю спицу и вынимаю белую петлю. Это одна петля. Дальше в белую кромочную петлю я вставляю спицу и вынимаю вторую петельку Дальше розовая полоса и кромочная петля. Я вынимаю сейчас третью петлю. Дальше идет желтая наша полоса. Здесь мне не совсем удобно спицы поднять, поэтому я воспользуюсь крючком. Дальше вот идет, смотрите, четвертая наша петля в розовую. Я подниму пятую петлю, в белую я подниму шестую петлю. В розовую я подниму седьмую. Здесь, смотрите, с края у нас есть такие протяжки, поэтому эти протяжки мы вот оставляем на изнаночной стороне. То есть здесь мы именно вот в белую петлю, без наших этих протяжек, вставляем вот, допустим, крючок, как я уже взяла крючок, и вынимаем наши петельки. Итак, вот здесь с краю я добрала вот 22 петли, последнюю 22 петлю я вот набрала из белой полоски. И дальше я буду продолжать вязать лицевыми петлями вот эти центральных 9 петель. То есть все петли я провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю здесь я также провязываю лицевой петлей. Вот эти петли можно вязать вот или на круговых спицах. Вот я сейчас как раз таки на круговых спицах и буду вязать. Если неудобно вязать на круговых спицах, можно эти петли распределить на чулочные спицы. То есть это как кому удобнее. Поэтому если вы вяжете также на круговых спицах, как и я, то есть центральных вот этих 9 петель я провязала дальше вот я вытаскиваю спицу подлиннее и дальше со второго края нашего мыска я также должна сейчас добрать 22 петли с этого края вот в кромочные петли уже как раз таки удобно добирать эти все петельки, потому что здесь они вот как раз таки ровненькие, аккуратные. Здесь мы не делали смену нити, поэтому вот в белую петлю я вставляю спицу, вынимаю первую петлю. Вот вторая, в желтую третья четвертая пятая шестая и так далее то есть добираем 22 петли со второго края нашего маска здесь я также добрала 22 петли и теперь я продолжаю вязать вот эти 17 петель от нашего второго бокового края и все петли я провязываю лицевыми и вот как раз-таки здесь, в конце нашего вязания, последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной петлей. Итак, вот я добрала все петли. Таким вот образом сейчас выглядит моя заготовка. Сейчас я беру вязание вот изнаночной стороной к себе. Первую кромочную петлю я снимаю, вяжу я ниточкой белого цвета и все остальные петли по кругу до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Так, чтобы у меня образовывались платочные дорожки. Я закончила вязать изнаночный ряд до конца. Вязание перевернула на лицевую сторону. И с лицевой стороны у меня получилась одна платочная дорожка белого цвета. Одна платочная дорожка будет равна двум провязанным рядам. Поэтому здесь сбоку я беру ниточку желтого цвета. Если вы обрезали, то берем от моточка ниточку желтого цвета. И сейчас вяжем с лицевой стороны ниточкой желтого цвета. Провязываем все петли лицевыми. То есть, если мы сейчас пересчитаем все петли, у нас на спицах должно быть 87 петель. То есть таким образом мы сейчас будем вывязывать наш подъем. И с лицевой и с изнаночной стороны мы все петли будем провязывать лицевыми, так чтобы у нас получались вот такие вот платочные дорожки. Значит, мы с вами провязали вот белый цвет. То есть одну платочную дорожку. То есть сейчас самостоятельно мы провяжем с вами два ряда ниточкой желтого цвета, то есть лицевой и изнаночной. И с лицевой и с изнаночной стороны мы эти петли провязываем лицевыми. Дальше нитку желтого цвета мы полностью обрезаем, она нам больше не нужна. Берем нитку нашего основного цвета и три платочные дорожки или 6 рядов мы провяжем ниткой нашего основного цвета. То есть, и того, вот этот наш подъем будет вывязан из 5 платочных дорожек или 10 рядов. Одна платочная дорожка белая, одна желтая и 3 платочные дорожки ниткой основного цвета. Итак, вот я вывязала весь подъем. Я специально сейчас мое полотно переодела на более длинные спицы для того, чтобы перед тем, как приступать к вывязыванию нашей подошвы, мы вначале измерили каждую деталь в сантиметрах. Ну вот где-то два с половиной сантиметра высота вот этого подъема. 25 сантиметров общая высота моей детали. Так. Значит, ну и здесь давайте так измерим сразу общую ширину. 10 сантиметров с учетом вот наших вот этих подъемов которые мы вывязывали с двух сторон и мысок мой занимает вот пять с половиной сантиметров и сейчас мы будем приступать к вывязыванию подошвы значит смотрите на спицах у меня сейчас 87 петель подошву я буду вывязывать из 13 петель Поэтому 87 наше общее количество петель. Мы отнимаем 13 петель. Это петли на нашу подошву. Это у нас получается 74. И дальше наши 74 я делю на 2 боковых части. Это получается, каждая из этих боковых частей у меня будет состоять из 37 петель. Кстати, еще по изнаночной стороне вот я спрятала все кончики. То есть осталась только моя рабочая ниточка. Для того, чтобы сейчас в процессе вязания эти кончики нам просто не мешались. И теперь после того, как вот мы закончили вязать три вот этих вот платочных дорожки ниткой основного цвета, вот этот наш подъем, я сейчас вот беру вязание в руки лицевой стороной к себе и этой же ниточкой, то есть нашим основным цветом. Я сейчас провязываю как раз таки 37 петель. Это петли нашей боковой части. То есть все петли я провязываю лицевыми. Итак, вот я провязала лицевыми петлями 37 петель, это петли первой нашей боковой части, и дальше вот как раз-таки следующих вот этих 13 центральных петель, это будут идти петли нашей подошвы. Поэтому сразу этими же спицами я продолжаю вязать. Единственное, при провязывании считаю количество петель. То есть я вяжу вот первую петлю, вторую. Третью, четвертую пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую, двенадцатую. Двенадцать петель лицевых нашей подошвы я провязала. И вот идет последняя тринадцатая петля. Вот она у нас идет. И первая петля от нашей боковой части. Теперь в лицевом ряду и на протяжении вязания дальше также во всех лицевых рядах тринадцатую петлю от нашей подошвы и первую петлю от нашей платочной вязки мы будем провязывать 2 вместе изнаночной петлей и вязание я переворачиваю сразу на изнаночную сторону с изнаночной стороны я также сейчас провязываю вот первую кромочную я просто переснимаю это первая петля дальше вот вторая третья четвертая пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая. И снова идет тринадцатая петля от нашей подошвы и первая петля от нашей боковой части с изнаночной стороны. И далее во всех изнаночных рядах тринадцатую петлю от нашей подошвы и первую петлю от нашей боковой части мы будем провязывать две вместе лицевой петлей и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. И дальше наше вязание будет повторяться. То есть мы вяжем только петли нашей подошвы. То есть первую кромочную снимаем. Это первая петля. вот идет 12 петля и вот дальше идет опять наша 13 петля здесь уже расстояние между этими петлями получается больше то есть у нас получается эта петля от нашей подошвы и эта петля от нашей боковой части с лицевой стороны эти две петли мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны я также провязываю эти петли лицевыми. И вот опять у нас идет петля от нашей подошвы и петля от нашей боковой части. С изнаночной стороны мы эти две петли провязываем две вместе лицевой петлей и снова вязание переворачиваем на лицевую сторону таким образом мы делаем убавление в конце каждого ряда провязывая петлю от нашей подошвы и петлю от нашей боковой части 2 вместе в лицевом ряду эти две петли мы провязываем изнаночными в изнаночном ряду эти две петли мы провязываем лицевыми таким образом убавляем петли наших боковых частей до тех пор пока с каждого края то есть с этого и вот с этого не останется по 5 петель и так вот я провязала подошву до того момента пока с каждой из боковых частей вот у меня не осталось по 5 петель Теперь мы также будем продолжать запускать наши петли вот этих боковых частей. Только сейчас, вот именно на этом этапе, мы будем еще дополнительно запускать петли нашей подошвы. Поэтому вот вязание я держу лицевой стороной вверх. И первую кромочную петлю я снимаю. И вяжу петли нашей подошвы, провязываю все их лицевыми не довязав вот именно трех петель нашей подошвы. То есть я сейчас провязываю 10 петель. И вот у меня осталось 3 петли. Это петли нашей подошвы. И 5 петель это петли нашей боковой части. Теперь я первую и вторую петлю вот от нашей подошвы я провязываю 2 вместе лицевой петлей. И вот идет опять наша 13 петля от подошвы и первая петля от нашей боковой части с лицевой стороны эти две петли я провязываю изнаночной петлей и вязание переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны первую кромочную я петлю снимаю и дальше опять вяжу все петли лицевые опять не довязываю трех петель нашей подошвы вот осталось опять 3 петли. Это петли нашей подошвы. Первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей за переднюю стенку. И 13 петлю и боковую петлю я провязываю в изнаночном нашем ряду 2 вместе лицевой петлей. И вязание переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом в конце каждого ряда и лицевого и изнаночного я буду убавлять одну петлю нашей подошвы и одну петлю от нашей боковой части. И смотрите, с этой боковой части я убавила все петли. Вязание я держу изнаночной стороной вверх. И вот вяжу последний ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше вот у меня осталось 4 петли. Первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей. И этих две петли я также провязываю. Это петля от нашей подошвы и петля последняя от нашей боковой части. Я их также провязываю в изнаночном нашем ряду 2 вместе лицевой петлей. И на спицах у меня осталось 3 петли. Вязание я переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны вот я держу вязание. Первую петлю я снимаю. И ниточку эту помещаю вот между первой и второй петлей и петлю возвращаю обратно и сейчас вот с лицевой стороны эти три петли я провязываю 3 вместе лицевой петлей петлю вытаскиваю по длине ниточку от моточка обрезаю с тем учетом чтобы этой ниточкой нам сейчас сшить заднюю часть нашего слитка Дальше в эту нашу петельку я продеваю вот этот вот кончик от моточка, который мы обрезали. И петельку аккуратно эту затягиваю. Теперь я ниточку должна одеть в иголку с большим ушком. Сшивать заднюю часть нашего следка я буду не за кромочные петли, а за первую петлю, ну вот в данном случае от нашей платочной дорожки. И прошивать это все я буду с лицевой стороны. Поэтому вот идет моя рабочая ниточка. И я вставляю иголку в первую петлю от нашей вот платочной дорожки. Вот она у нас идет справа-налево. Сначала с одной стороны. Затем иду на эту сторону. И вот идет моя платочная дорожка. И вот идет моя первая петля справа-налево. Я вставляю иголку в первую петлю от нашей платочной дорожки и ниточку аккуратненько здесь все поправляю идем дальше с этой стороны вот моя следующая платочная дорожка и вот моя петля справа налево я вставляю иголку ниточку вытаскиваю иду сюда справа налево в следующую платочную дорожку то есть эту мы прошили вот идет наша следующая платочная дорожка справа налево вот Здесь справа налево я вставляю иголку и здесь. платочные здесь дорожки я прошила здесь дальше у нас идет лицевая гладь а здесь резинка продолжать сшивать наш задний шов я буду точно таким же образом то есть смотрите вот идет наша кромочная петля вот она идет одна вторая третья и так далее я буду вставлять иголку справа налево между кромочной петлей и нашей первой петлей вот она у нас первая и кромочная вот в эти промежутки вставлять буду иголку справа налево между кромочной и первой петлей сначала с одной стороны затем вот с другой стороны также справа налево между первой петлей и кромочной это я прошью таким образом нашу лицевую гладь обязательно при сшивании смотрим так, чтобы все наши полоски сошлись. То есть, если мы здесь прошили желтую полосочку, то здесь я также прошиваю нашу желтую полосочку. Таким образом мы сшиваем вот эту лицевую гладь. Дальше будет у нас идти резинка. Здесь, смотрите, с этого края у нас получается вот так же вот кромочная петля. И иголку я буду вставлять вот здесь, в эту изнаночную дорожку. Также вот справа налево, справа налево с этой стороны у нас идет лицевая петля и наша кромочная здесь я так же как и в лицевой нашей здесь глади буду вставлять между первой петлей и нашей кромочной петлей в этот вот промежуток я буду вставлять иголку справа налево. Вот я прошила весь шов до конца. Вот таким вот образом он у нас выглядит с лицевой стороны. Дальше с изнаночной стороны наш кончик прячем. Вот в этот наш шов любым удобным для вас способом. И вот после того, как мы сшили наш задний шов, спрятали наши кончики, наши следочки полностью с вами готовы. Поэтому, друзья, если вам понравилось данное видео, поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.